Тейковском районе упразднена карантинная фитосанитарная зона по Павелике на площади более 300 гектар. Карантин в сельхозугодьях был введен еще в 2016 году. Была принята специальная программа по ликвидации очага. Территорию выкашивали, обрабатывали гербицидами, засеивали культуры, непоражаемые или слабо поражаемые Павеликой. Ежегодно специалисты отдела фитосанитарного надзора и качества зерна проводили контрольные обследования. Отсутствие Павелики на протяжении 3 лет послужило основанием для снятия карантинного режима. В настоящее время на территории области остается еще одна фитосанитарная зона площадью 125 гектар в Лежневском районе. Но вредность данного сорняка чрезвычайно велика в связи с тем, что она поражает растения, снижает урожайность, засоряет семенной посадочный материал, ухудшает качество кормовой базы, что может негативно отразиться на здоровье животных. Также повелика может быть источником распространения вирусных заболеваний.